Это было второе, да? Это было второе. Это еще раз финальное, и чтобы потом они больше авторского добавили, покажем всего три движения. А у меня всегда сложно с третьим движением. А у тебя два всего, да, движения? Не, у него там... Ну почему? Покажи вот это свое. Опа! О, это сложненькое. Это сложненькое. Это или другое еще? Давай второе. Отдергиваешь струнку. Раз, то, что... О! Вот все, давайте попробуем закрепим тренинг. Давайте раздвинемся, а то Кирюху сразу же лучше. Комичный удар йога-керри. Каратисты поймут. Комический йога-керри. Вот. Струнку подергиваешь. Как острые окинавы. Валя, тут дети. Берем лям. Они называют это пока не струнка. Они называют это пока струнка. Не струна. Ты лучше по-другому скажи. Ля минор. Ля минор берем. И все, и все. Музыка готова? Опа! Братан, это мамаши. Да, ты чё коляну ударил? Чё ты типа коляну пьёшь, да? Типа на класс коляну-то? Поэтому это танец для вас. А мужья для вас вот так вот тупо танцевали. Когда провинились? И торговый центр Мега. Только здесь и сейчас. Садовый. Она раньше просто бокс комментировала. А потом ее в сериал взяли. Итак, начинаем с Кирюхи. Или по одному, или все разом? Все разом. Нет? Давай по одному, да? По одному, да, действительно. Давай по одному, погнали. Да, потом все разом. Что?